You're the best for me. I love you till I grow old. Worth more than gold, 'cause you're my heart and soul. You're my heart, you're my soul. I keep on shining everywhere I go. Как говорила Ида Соломоновна, девочки, не обижайтесь на козлов, обижайтесь на себя, потому что калитку в огород закрывать нужно. Тетя Соня, а зачем вы назвали свою собаку подлец? Так, чисто для удовольствия. Когда я зову ее на улице, то все мужики оглядываются. Одесская мудрость. Лучше плакать в кабинете у психолога, чем смеяться в кабинете у психиатра. Фира, не выноси мне мозг. Яша, так его ж туда и не заносили. Многие одесситки после секса просят сигарету. И только бухгалтер Мира Соломоновна требует акт выполненных работ. Изя, а что такое сексапильная? Ну, это такая женщина, которая пилит даже во время секса. Вы знаете, Сара Абрамовна, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок? Да что за бред, Циля? Или ты думаешь, он ходит к любовнице борща поесть? Как говорила тетя Циля, если бы женщины не сопротивлялись, то Камасутра была бы напечатана на одном листе. Никогда не делайте много дел сразу. Можете обделаться. У образованных родителей дети учатся лучше, а у богатых – дальше. Мама, а кто такой любовник? Это дядя, который помогает папе. Давид Маркович, а что такое долголетие? Долголетие, Лёва, это месть пенсионера государству. Фима, мне нужен такой мужчина, который в старости мог бы подать бокал вина. Сарочка, может, стакан воды? Ну вот видите, Фима, нам с вами уже не по пути. Дорогой, у тебя эрекция? Не трогай, это на Новый год. Давид Маркович, а как отличить осторожность от трусости? Да все очень просто. Если боимся мы, то это осторожность. А если нас, то это уже трусость. Объявление на одесском пляже. Женщинам без верха загорать запрещается. А то не каждый низ это выдержит. You're my heart, you're my soul. I keep